Rajendra Nandana.
Рождение императора Парикшита, текст 23.
хладнокровие, занимаясь деятельностью, направленной на благо живых существ. Любому ответственному лицу, возглавляющему правительство, приходится терпеть всевозможные нападки со стороны тех самых людей, ради которых он трудится. Брамаджи критиковали даже гопи, самые совершенные преданные Господа. Гопи были недовольны работой Брамаджи, так как Господь Брама, творец данной вселенной, создал веки, мешавшие им созерцать Господа Кришну непрерывно. Даже мгновенное моргание глаз было нестерпимо для них, так как оно заслоняло от взора их возлюбленного Господа Кришны. Что же тогда говорить о тех, кто по природе склонен весьма критически относиться к любому действию ответственного лица? Махараджу Кишкири также приходилось оказываться во многих трудных ситуациях, подстроенных его врагами. И он доказал, что способен сохранять полное хладнокровие в любых критических обстоятельствах. Поэтому оба деда могут служить эталоном самообладания. Господь Шива, прославленный полубог, одаряющий тех, кто его об этом просит. Поэтому его называют Ашутоши, что значит тот, кого очень легко умилостить. Другое его имя – Будданатх, господин простых людей, которые привязаны к нему, главным образом за то, что он щедро раздает дары, даже не принимая во внимание последствия, к которым это может привести. Равана был очень привязан к Господу Шиве и, легко удовлетворив его, обрел такое могущество, что решил бросить вызов власти Господа Равана. Разумеется, Господь Шива не помогал Равану, когда тот сражался с Господом Рамой, верховной личностью Бога. Господа Шивы. В Рикасуре Господь Шива дал благословение, которое было не только ненужным, но и опасным. Милостью Господа Шивы Врикасура обрел способность снести голову любому, прикоснувшись к ней. Хотя эту силу даровал ему Господь Шива, мошенник решил проверить ее действие, коснувшись головы самого Господа Шивы. Поэтому, чтобы избежать опасности, Шиве пришлось обратиться за помощью к Господу Вишне, который с помощью своей иллюзорной энергии побудил Врикасуру проделать этот эксперимент с собственной. Бедняга так и сделал, и погубил самого себя. Так мир избавился от неприятностей, которые мог причинить этот хитрец, попрошайничающий глубоко. Примечательно, что Господь Шива никогда и никому не отказывает в любом даре. Поэтому он самый щедрый, хотя иногда и допускает ошибки. Слово «рама» относится к богине процветания. Ее прибежище – Господь Вишну. Господь Вишну поддерживает все живые существа. Живых существ бесчисленное множество, не только на этой планете, но и на сотнях тысяч других планет. И каждому из них дается все необходимое для непрерывного продвижения к вершине самосознания. Однако на пути удовлетворения чувств они сталкиваются с трудностями, создаваемой майей, иллюзорной энергией, и потому сворачивают на ложный путь планирования экономического процветания. Развитие экономики никогда не приведет к успеху, поскольку он иллюзорный. Такие люди всегда ищут милости иллюзорной богини процветания, не подозревая того, что она может существовать только под покровительством Вишны. Без Вишны богиня процветания всего лишь иллюзия. Поэтому вместо того, чтобы искать покровительство богини процветания, следует искать покровительство самого Вишны. Только Вишну или преданные Вишну способны защитить каждого. И поскольку Махараджа Парикшит находился под защитой самого Вишну, он вполне мог защитить любого, кто хотел жить под его властью. Омма гьянатамарандасья гьянатчанашалакая бхактурмилитамина тасмайшри гуравай намаха Шри Чайтанья манобистам стапитам йена бхутале свайам рупа кадамайам дадати свападантикам Пандихам Шри Гуру Шри Ята Паракамалам Шри Гурум Вайшнавамсча Шри Рупам Сатрачатам Тагана Рагнатан Витам Кам Сачевам Садвайтам Савадутам Парчана Сайтам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Тагана Лалита Шри Хе Кришна Карна Синду Дина Банду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастите
Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васа Дихор Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're hearing the brahmanas predict the qualities which they expect to see in Maharaj Pariksha. Сегодня мы слушаем о том, как брахманы предсказывают качества, которыми они как This is based on their astrological calculations from the time of the birth of Maharaj Pariksha. Они основывают свои ожидания на астрологических расчетах, которые строятся на времени рождения Махараджа Парикши. So they say, first of all, that he will have equanimity of mind, like the grandfather. Grandfather has two meanings. One person, Vishwanath Chakrabarti Thakur says Maharaj Yudhisthira, and Sridhar Swami said it's Lord Brahma. И они говорят о том, что он будет терпелив, как его дед. И Вишванат Чакрабарти Такур считает, что дед относится к Махараджа Киштири, а Шридхара Свами считает, что это относится к Господу Брахме. Sridhar Swami is the original commentator on the Srimad Bhagavatam. Sridhar Swami это изначальный комментатор Srimad Bhagavatam. Vishwanath Chakrabarti Thakur is more recent, he's like 200 years ago. Vishwanath Chakrabarti комментировал гораздо позже, около 200 лет назад. But Srila Prabhupada supports both. He gives evidence to show that both are correct. It could be both Lord Brahma and it can also be Maharaj Yudhisthira. Srila Prabhupada указывает на то, что это слово относится к обоим, как к Махараджу Юдхиштхире, так и к Господу Брахме. Both of these personalities showed equanimity of mind. They showed their control over the mind and very difficult trying situations. Так как и тот, и другой проявляли терпение, или, скажем, самообладание ума в трудных критических ситуациях. Lord Brahma as the first living entity in the universe, he has the job to create the put the planets in position and create the bodies of the different living entities. Господь Брахма — первое существо Вселенной, и в его обязанности входит сотворить Вселенную, разместить планеты в ней и создать тела всех живых существ, населяющих. And Srila Prabhupada explains how the gopis criticized Lord Brahma for this work. Srila Prabhupada объясняет в комментарии, как даже гопи критиковали Господа Брахму за его работу. Although he had such a challenging job to do, they were not appreciative of his efforts. Хотя он выполнял достаточно трудоемкую работу, тем не менее, они не оценили его усилий. The gopis said, "What good are these eyes? They're always blinking. They're obstructing our vision of Lord." Гопи говорили, какой прок в этих глазах, которые созданы. Они постоянно моргают и тем самым заслоняют от нас созерцание Господа Кришны. So they said, Brahma, you're not a good creator, you're not a good chief. Таким образом, Господь Брахма, ты не самый лучший творец, не так уж хорошо выполняешь свою работу. But if we were to be fair, if we were to look at the work which Brahma has actually done, did a very wonderful, magnificent job. Но если мы взглянем на работу, которую выполнил Господь Брахма, то мы можем видеть, что это потрясающая деятельность, потрясающий результат. Not only did he situate all the planets properly in position in the universe, but he also designed our bodies so that they can function nicely. Помимо
Вселенная, Он создает тела с определенными функциями этих тел. Everything is arranged for this material, the material body, they function very perfectly. В этих телах все организовано совершенным образом в соответствии с задачей, деятельностью этих тел. They can even reproduce themselves. Эти тела способны воспроизводить самих себя. Engineers can make some machine, but they cannot make a machine which will reproduce itself. Инженер может создать совершенную машину, но еще никто не создал машину, способную воспроизводить саму себя. But Lord Brahma created our material bodies in such a way that we can reproduce ourselves. Господь Брама же создал такие тела, которые способны порождать себе подобных. So it's a very challenging situation. You have to do work, and it's very difficult to please everyone. Поэтому это довольно-таки сложная ситуация, когда приходится действовать, но при этом тобой недоволен. So especially if you're trying to please the topmost devotees of the Lord, like the gopis, it's very challenging. Особенно большой вызов попытаться удовлетворить самых возвышенных преданных Господа, таких как Боги. Everywhere where you take on a job, you may take on a position of responsibility over others. You have to expect there will be criticism. People will challenge, people will complain. В каждом случае, когда приходится брать на себя ответственность, выполнять какую-то задачу, брать заботу за других, вы должны ожидать и не удивляться, что люди будут критиковать, замечать недостатки, жаловаться. If you're in charge of the kitchen, it's hard to cook prasadam, which pleases everyone. Если вы шеф-повар кухни, то сложно сделать так, как бы вы не старались приготовить прасад, не получится удовлетворить всех и каждого. Someone likes this and someone likes something else. You can cook to please everyone. Одному нравится одно, другому другое, поэтому невозможно приготовить так, чтобы остались довольны абсолютно все. You have to cook to please Lord Krishna. Мы должны готовить так, чтобы удовлетворить Господа Кришну. And if some devotees are pleased, well, very good. If some are not pleased, too bad. Если какие-то преданные удовлетворены, очень хорошо. Если не удовлетворены, Бог. So it's difficult in every situation. You take on a little responsibility anywhere. It's very difficult to please everyone. You have to expect there'll be some people not satisfied. В любой ситуации или деле, в котором приходится брать какую-то ответственность, нельзя ожидать, что будут довольны все. Обязательно найдется кто-то недоволен. And similarly with Maharaj Yudhisthira, because he was the eldest of the five Pandavas, and so he would often be criticized also for his work. То же самое было и с Махараджа Юдхиштхирой. Так как он был старше из пятерых Пандавов, то были те, кто его критиковали. For example, when Draupadi was insulted, when she was lost in a gambling match, and then they tried to disrobe her, Maharaj Yudhisthira would not let any of the Pandavas do anything about it. Ситуации, которая произошла с Драупади, когда она была оскорблена и ее проиграли в азартной игре, и потом пытались раздеть, и в этот момент Махараджа Кшира не позволил Пандавам, остальным Пандавам ничего сделать с этим. Bhima was ready to rip them apart. Bhima was ready to have a great battle with them. He could not tolerate to see them abuse Draupadi. But Maharaj Yudhisthira restrained him and said, "No, no, that's against Dharma. You can't do anything." Bhima рвал металл, он готов был уже прямо там сразиться с обидчиками, тех, кто оскорбляли Draupadi. Но Yudhishthira сказал, "Стоп, нет, ты не должен так поступать, это противоречит Дхарме." And Bhima made a vow later on, he said, when I get the chance, when we come to war, he
that I'm going to kill every one of them. И тогда Бхима дал обет, что позже, когда начнется война, я убью каждого из них. And I'm going to rip out the heart of that Dushasana, and I'll give the blood to Draupadi to wash her head. Я вырву сердце из груди Дуршасаны и в крови, в его крови, мою волосы Драупади. And I'll break that thigh of Duryodhana because he had told Draupadi, come and sit on my lap. И он пообещал раздробить бедра и колени Дурьодане, поскольку Дурьодана в этот момент хлопал по колену и говорил, Драупади, садись ко мне на колени. So, Maharaj Yudhisthira was restraining his brothers because they were so upset that they had to sit there and watch their wife being disrobed and humiliated. Maharaj Yudhisthira останавливал осаживал братьев, которые были оскорблены и пытались что-то сделать, видя, что Драупади их жену оскорбляют, пытаются раздеть. They tried to humiliate Draupadi, but of course it worked out the other way, that Draupadi proved herself to be glorious. Они пытались унизить Драупади в то время, как она заслуживала прославления. Because Draupadi kept her chastity, she was protected by Lord Krishna. Но у Драупади удалось сохранить свое целомудрие благодаря защите Господа Кришны. Her husbands couldn't protect her, but she protected her own self by surrendering to Krishna. Ее мужья никак не могли защитить ее в тот момент, и она защитила себя сама по милости Господа Кришны. So many different atrocities were committed against the Pandavas, and Maharaj Yudhisthira had to tolerate all of these. He had to remain Очень много несправедливости и испытаний происходило у Пандав. Тем не менее, Махарадж Юдхиштхира всегда сохранял самообладание. Anyone else, any of us, if we were insulted or treated like that, we would get, we'd be irate, we'd be so angry, we'd be so mad. А если бы у нас происходили подобные ситуации, мы вряд ли бы смогли так сдержаться, мы были бы в гневе и бешенстве. But Maharaj Yudhisthira remained calm and don't worry, in the future we will take care of it, we will settle it. No, Maharaj Yudhisthira сохранял самообладание, как в будущем мы обязательно. So the quality of equanimity is there also in Maharaj Parikshit. This child is going to be equipoised, he won't be easily disturbed. И таким же самообладанием должен будет обладать Махараджа Парикшит, его не выводили из себя сложности. He is going to be the emperor, so he can't expect that as the emperor he will please everyone. Some people will not be happy, but he has to remain self-controlled. Но поскольку он должен был стать императором, то сложно было ожидать, что будучи императором всего мира, он сможет удовлетворить абсолютно всех. Поэтому он должен был сохранять самообладание. And then the second example is Lord Shiva, how Lord Shiva is able to, he likes to fulfill the desires of everyone. Следующий пример это Господь Шива. Одно из главных качеств Господа Шивы, он любит выполнять желания. Here that he will be munificent like the Lord of the Kailash Hill Shiva. Здесь говорится, он, Махараш Парикшит, будет щедр, как владыка горы Кайлас Шива. Lord Shiva is very munificent. He'll give to anyone who worships him. He is very pleased by their worship. He will fulfill their desires. He'll give them what they want. Щедрость Господа Шивы проявляется в том, что он выполняет все желания тех, кто ему поклоняется. Все, что они хотят, он предоставляет. But sometimes, because Lord Shiva is so munificent, he's so kind and charitable, he's so easily pleased,
sometimes it works against him and he gets a problem. Но иногда вследствие того, что Господь Шива так щедро и с легкостью дарит то, что его просит, иногда это оборачивается против него самого и становится проблемой. And Prabhupada gives the example about Vrika, how Vrika was worshipping Lord Shiva, and he was offering flesh from his body to Lord Shiva. Шива Прабхупада в комментарии приводит пример демона Врика, который поклонялся Господу Шиве, срезая себя плоть и предлагая ему. So the demons, they will do things like that. They like to cut, offer flesh from their body into the fire as an offering to Lord Shiva. Демон таким образом поклонялся, срезал себя куски плоти, бросал в огонь в качестве подношения Господу Шиве. But Vrika wanted that Lord Shiva would personally come and give him his benediction. Врика хотел, чтобы Господь Шива лично явился перед ним и даровал ему благословение. But Lord Shiva did not appear. So Врика was ready, he was going to cut his own head off and offer his head in the fire to Lord Shiva. Господь Шива все никак не появлялся, и Врика в своем упорстве уже был готов отрезать себе голову и бросить ее в костер Господу Шиве. So he took his bath, and he came back dripping wet, and he got his sword, and he was ready to cut off his own head. Он приготовился, взял меч, обнажил его, чтобы срезать себе голову. And it was at that moment Lord Shiva appeared, and because he felt compassion on him, he thought, he's my devotee, he's going to cut his own head off, I should do this, I better go and see what he wants. Поскольку Господь Шива чувствовал сострадание этому демону, как в конце концов он мой преданный, он мне рьяно поклоняется, он уже готов отрезать себе голову ради меня, я должен прийти и дать ему то, что он хочет. So Lord Shiva is that kind of person that he wants to please his devotees. Вот такая личность Господь Шива, он готов всегда удовлетворить своих преданных. One of the names of Lord Shiva is Asutosh, one who is easily pleased. Одно из имен Господа Шивы, поэтому Асутош, тот, кого легко удовлетворить. But it also means one who is easily angered. Также это имя означает тот, кого легко и прогневать. We saw Lord Shiva get angry when Bhrigumuni went to meet Lord Shiva. Bhrigumuni is one of the sons of Brahma, so he's like a brother to Lord Shiva. Мы видим, как Господь Шива разгневался на Бригумуни, на одного из сыновей Брахма, который пришел проведать Господа Вишну. Бригумуни такой же сын Брахма, как и Шива, его брат, его брат. And Lord Shiva came to embrace Bhrigumuni, my dear brother, welcome, because Bhrigumuni had come to Kailash to meet Lord Shiva. And Lord Shiva came out to embrace him. Господь Шива, увидев, что Бригумуни пришел на Кайлас, слышал, чтобы обнять его. But Bhrigumuni said, "Don't you touch me! You're all ashes all over your body. You got these snakes on your body. Don't you touch me! Don't come near me." Но Бригумуни ответил: "Не прикасайся ко мне. Ты весь измазан пеплом, у тебя змеи на теле, не касайся меня." So Lord Shiva was very angry. He wanted to get his trident and kill Bhrigumuni. Господь Шива очень разгневался, схватил трезубец и был готов убить Бригумуни. But Mother Parvati came, and she came and she embraced her husband and she calmed him down somewhat. And she turned to Bhrigu and she told Bhrigu, "You better get away from here. If you want to save your life, you better go quick." Тут появилась мать Парвати, она обняла мужа, она попыталась так или иначе успокоить, а Бригу сказала, если тебе дорога жизнь, быстро исчезни, быстро убегай отсюда. So Lord Shiva can be very angry sometimes. You have to be very careful. Господь Шива иногда бывает очень. Anyway, Bhrigumuni had, Vrika, the demon,
he was going to cut his head off, but Lord Shiva appeared. And so then Lord Shiva asked Rika, what do you want? What's the benediction? What's the problem? Итак, демон Рика уже готов был отрезать голову, как появился господин Шива, и сказал, что ты хочешь, какое благословение тебе нужно? So usually the problem is, I want a wife or something. If people worship Lord Shiva, get a good wife, or women worship Lord Shiva, get a good husband. Women worship Lord Shiva, get a good husband, and or get a child or something. But this case, Rika had an unusual request. He told Lord Shiva, I want the benediction that whenever I put my hand on someone's head, their head will fall off. Обычно Господу Шиве обращаются за какой-то нужной просьбой, и мужчины поклоняются Шиве, чтобы получить жену, женщины поклоняются Шиве, чтобы получить мужа или ребенка, которого у них нет, или что-то такого рода благословения. Но в этот раз благословение было необычным. Врика попросил, чтобы у него появилась способность, тот, чьей головы он коснется, голова слетала с плеч. So when Lord Shiva heard this, he thought, oh no, what a fool, he's such a stupid person. But I have to give him what he wants. I have come here to fulfill this desire. Господь Шива подумал, о Боже, нет, как глупый человек с таким благословением обращается, но тем не менее я должен буду дать то, что он просит, раз он так сильно этого желает. And then immediately Vrikasura wanted to put his hand on the head of Lord Shiva. И тут же, как только Врика получил это благословение, он захотел прикоснуться рукой к голове самого Господа Шивы. Lord Shiva has to run, he's better to save his life, he's running away, but Vrikasura is coming after him. Come back, I want to put my hand on your head. Господь Шива стал, что было силы, убегать, спасая свою жизнь, а Рика за ним гнался, говорит, стой, я хочу тебе руку на голову положить. And in this way Shiva was running, Vrikas chasing him. Then finally Lord Vishnu understood the situation, and Lord Vishnu disguised himself and came in the form of a Brahmana. И Господь Шива так убегал, а Господь Вишну тем временем увидел ситуацию и решил спасти Господа Шиву, появившись перед Врикой в образе Брамана. So Lord Vishnu spoke to Vrika and told Vrika, he said, don't believe everything Lord Shiva tells you. He's been acting very strangely these days. You can't believe everything he tells you. Вишну в образе Брамана сказал Врике, ты не верь всему, чему тебе сейчас Шива говорит, на самом деле он последний дни какой-то странный, и его словам доверять нельзя. And so Vrika went, what? Really? Has he cheated me? Did he not give me that benediction? Vrika торопел, что? Он что, меня обманул? Что, он мне не дал это благословение? And Lord Vishnu says to him, yeah, you put your hand on your head, you'll see. И Вишну в образе Брамана сказал, нет, конечно, можешь сам проверить, положи себе руку на голову. So Vrika put his hand on his head, and his head blew up. Vrika положил себе руку на голову, голова отвалилась. So in this way, Lord Vishnu saved Lord Shiva. Так Господь Вишну спас Господа Шиву. So another time, Lord Shiva got in trouble with he gave benedictions to Ravana. And Ravana was very powerful. Even the demigods, they couldn't deal with him. Следующий раз была проблема, когда Господь Шива дал благословение Раване, и Равана стал могущественным всех богов. Ravana got the benediction that no demigods could kill him. So he was so powerful, he could defeat the demigods. Господь Равана получил
получил от Господа Шиву благословение быть могущественнее всех полубогов, никто из них не мог убить его, и поэтому он всех победил. And the only way Ravana could be killed was the Lord had to come himself in the form of a human being. И Равану мог убить только сам Господь Вишну, который пришел в форме человека. And so the Lord came as Lord Ramachandra, and he fought, he had to fight the battle of Lanka, and at that time Ravana was killed. Господь Рама пришел как человек, и была битва на Ланке, и только тогда Равана был убит. But because of Lord Shiva's benedictions, Ravana has been, he performed so many atrocities. He given so much trouble to the Brahmanas that he disturbed the whole world situation. И таким образом, такое благословение Господа Шивы обернулось, конечно, в итоге проблемы против Брахманов и против всей планеты, всего человечества. And you see also Lord Brahma, he gave benediction to Hiranyakashipu. Также есть пример того, как Господь Брама дал благословение Хираньякашипу. He told Hiranyakashipu benedictions that he would not be killed in the day or in the night or by any man or any animal, or he would not be killed on the land or in the air. So many different benedictions Lord Brahma had given. Хиранькашипу получил от Господа Брамы благословение не быть убитым ни днем, ни ночью, ни животным, ни человеком, ни на небе, ни на земле. Так много разных благословений получил Брама. So Lord Nrsimhadev had to appear, and he had to be very careful to keep intact all the benedictions which Lord Brahma had given. Тогда появился Господь Нрсимхадев, он очень аккуратно обходил эти благословения, данные Господом Брахмой. And he did that by, you know, that he came, he's not man and he's not animal, he's half man, half animal. And he didn't kill him in the day or in the night, he killed him at the junction of day and night. So in so many ways, Lord Vishnu, Lord Nrsimhadev, was very careful to keep intact all the benedictions given by Lord Brahma. И Господу удалось это сделать, поскольку Господь Нрсимхадев пришел в образе получеловека, полурва, и убил его ни днем, ни ночью, а на стыке, на переходе дня и ночи, и так далее. Таким образом, Господь Нрсимхадев сохранил в силе те благословения, которые были даны Господу Брахма. Afterwards, Lord Nrsimhadev told Lord Brahma, don't you give any of these benedictions again. You be more careful when you give benedictions. После этого Господь Нрсимхадев сказал Брахме, в следующий раз будь очень аккуратен в том, какие благословения ты даешь. So, anyway, the child Parikshit is described that he will be as munificent as Lord Shiva. In other words, he'll be very, wonderful nature, very, his character will be sublime. И так Махараджа Парикши должен будет быть щедр, как Господь Шива, и во всех отношениях его характер будет возвышен. Lord Shiva is known to be the greatest Vaishnava. Господь Шива известен как величайший Вайшнава. And at the same time, he is also Bhutana. As Bhutana, he is the worshipable deity of all the ghosts and all those kind of demons. Также Господь Шива известен как Бутанатха, то есть тот, кому поклоняются привидения и привидения. He gives mercy to those souls who are in very inauspicious conditions, like ghosts and hobgoblins. Господь Шива очень милостив к тем душам, которые находятся в таком сложном переходном состоянии, такие как привидения, гоблины. And it is
said Lord Shiva also arranges for those souls who are in the bodies of ghosts that they will take birth in the womb of people who have sex at irreligious times. Господь Шива помогает таким привидениям, живым существам без тела, получить тела в утробах тех, кто зачинает или имеет половые отношения нерелигиозным способом. So he arranges for those souls in the bodies of ghosts that they get a body, they can get a human body. Так Господь Шива помогает этим призракам обрести тела, человеческие тела. This is the greatness of Lord Shiva. В этом величии Господа Шива. That he takes the most difficult task to be in charge of the mode of ignorance, where people are really fallen and they're always, you know, intoxicated or engrossed in sense, very gross sense gratification, and Lord Shiva, he takes charge of all these people. Это очень великое служение, очень нелегкая задача брать заботу о люди невежества, о людях, которые очень сильно осквернены, очень сильно падшие, очень грубые, низменные чувственные наслаждения. И Господь Шива берет заботу о таких, о всех этих людях. And then the final quality, which is described in this verse, we're told that Maharaj Parikshit will be like the resort of everyone, like the supreme personality of Godhead. И последние качества, которые описываются здесь браманами, они говорят, что Махараджа Парикшит будет обладать способностью оказывать покровительство каждому, подобно Верховной Личности Бога. Lord Narayana is so exalted, he is the shelter of the goddess of fortune. Господь Нараяна является прибежищем, защитой для богини процветания. In the material world, people all worship the goddess of fortune. They worship Lakshmi. They do the Lakshmi puja. They want to get the money. They want to get the blessings from the goddess of fortune. В материальном мире люди очень любят поклоняться богине удачи, богине процветания. Они все хотят Лакшми. Они совершают Лакшми пуджу в надежде получить от нее как можно больше денег и благословений. But Lakshmi is Chanchala. One of her names is Chanchala. Chanchala means restless. Но еще одно имя богини удачи, богини Лакшми, это Chanchala. Chanchala означает непостоянная. Right? You get money, it's hard to keep it. It doesn't stay with you for long. Так и есть. Вы получаете деньги, но их очень трудно удержать долгое время. That's the nature of Lakshmi. She is restless. Такова природа Лакшми, она непостоянная. The money comes in your hand, it goes quickly. You spend it, you put it somewhere. Деньги приходят к вам в руки и тут же уходят из них. Вы их тратите на что, вкладываете куда-то. But still people will worship Lakshmi, but Prabhupada points out that they have to worship the Lord of Lakshmi. Her eternal consort is Lord Narayana. Но Шрила Прабхупада говорит, люди на самом деле должны поклоняться ее супругу, Верховному Господу Нараяне. That Lakshmi is restless in our hands, but she's always faithful to Lord Narayana, and she will never leave the chest of Lord Narayana. Богиня Лакшми очень непостоянна в их руках, но она всегда верна своему вечному супругу Нараяне и находит прибежище на его груди. So you want to get the blessings of Lakshmi, you have to worship her master, her consort, Lord Narayana, and she will immediately be there. Поэтому тот, кто хочет получить благословение Лакшми, должен поклоняться ее вечному господину и вечному супругу Господу Нараяне. It's also said if when the husband and wife live together peacefully without arguing and quarreling with each other, then they get the blessings of the goddess of fortune. Также говорится, если муж и жена мирно живут вместе, не ссорясь и не ругаясь, то с ними всегда будет пребывать богиня процветания.
The wife sees the husband as a representative of Narayana. Жена должна видеть мужа представителем Господа Нараяны. And when she is faithful and serves him properly, they will live together peacefully, and Mother Lakshmi will be pleased to bestow her blessings on this couple. Если она верна и у них оба правильное поведение, то Богиня Лакшми проливает на них благословение. Common people, they don't know these things, therefore they worship demigods and they worship goddesses without understanding who is actually the supreme. Обычные люди не понимают этого, поэтому поклоняются полубогам, не ведая, кто на самом деле является верховным. They would like to get the blessings of goddess of fortune, but they don't worship Lord Narayana. Они хотят получить благословение богини процветания, но не поклоняются Господу Нараяне. Prabhupada pointed out how there's one family in India, there's this one family, they're a very big industrial family, and they always build temples of Lakshmi Narayana. Шрила Прабхупада в одном месте отмечает, что есть семья в Индии, или была семья в Индии, они бизнесмены в индустрии, и они всегда строили храмы Лакшми Нарайана. And because they're worshipping Lakshmi Narayana, their business is doing well. They're always prosperous. И так как они устанавливали храмы именно Лакшми Нарайана, то их бизнес процветал. So Prabhupada said, this is secret. You want to do well, worship Lord Narayana. Шрила Прабхупада говорил связи с этим, вот таков секрет успеха, нужно поклоняться Нарайане. So Maharaj Parikshit, he will have all of these qualities in perfection. И Махарадж Парикшит впоследствии будет обладать всеми этими качествами совершенности. Are there any questions? Будут ли какие-то вопросы? Материальный мир создан по образу и подобию духовного мира. Он говорится, что перевернутое дерево. Получается, что Господь Брахма за образец взял Господа Кришну и по его образу и сделал тела живых ног людей. Да? Так там есть планета, здесь есть планета. Ну, как бы, и говорится, что это то же самое. Просто даже это отражение. And then the Lord was pleased with Lord Brahma.
And he awarded them that power to create. Так, Господь, таким образом, Господь, Верховный Господь был удовлетворен усилиями Господа Брама и даровал ему способность творить. Similarly, in the 11th chapter of the Bhagavad Gita, we have Lord Krishna telling Arjuna, Nimitta Matra Bhava Sabya Sachin, just become an instrument in my service, Arjuna. Также в 11 главе Бхагавад Гиты мы находим слова Господа Кришны, Нимитта Матра Бхава Сабья Сачин, стань орудием, инструментом в служении мне. We are simply instruments in the service of the Lord. Мы должны стать инструментом в служении Господу. The illusion is to think I am the doer. I did it. Иллюзия думать, что я сам создал. Прокрите криеманани гунай кармани сарвася аханкара вимудатма картахам ити маньяте. The bewildered spirit soul, under the influence of material nature, thinks himself to be the doer of activity, which is actually carried out by the modes of nature. В этом стихе Бхагавад-гиты, проклятие Криямананини, говорится, сбитая с толку обусловленная духовная душа считает себя выполняющим все действия, хотя на самом деле все действия в материальном мире выполняются гунами материальной природы. So materialistic people are under the control of the modes of nature, and the devotees they're under the control of the spiritual nature. А поэтому обусловленные материалисты находятся под влиянием гун материальной природы, под их контролем, в то время как духовная личность находится под контролем духовной энергии. Mahatmanastmam Partha Daivim Prakritim Ashrita. The great souls are under the protection of my divine energy. So the devotees are under the protection of Krishna's spiritual energy, Yoga Maya. Mahatmanastmam Partha Daivim Prakritim Ashrita. Великие души находятся под контролем моей божественной энергии, говорит Кришна. Таким образом, преданные находятся под контролем We're always controlled. Either we're controlled by the material energy, the Maya, or we're controlled by the spiritual energy, the Yoga Maya. Мы всегда находимся под каким-то контролем, либо под контролем материальной энергии Майя, либо под контролем духовной энергии Йога Майя. But we're not the control. We're not the doer. Но мы не контролирующие. So when Brahma creates, it's by the He's empowered by the Lord to do these things. Поэтому в творении Брама пользовался силами или энергией, данной ему Верховным Господом. The position of Brahma is given to the most pious living entity. Положение Господа Брамы занимает самое благочестивое живое существо во Вселенной. The Brahma is a position, you know, that there are many Brahmins, and just like Indras, there are many Indras. These are positions given to very pious living entities who've got a lot of piety. Brahma – это пост. Существует много Брахм, существует много Индр. Таким образом, это пост, который занимает наиболее благочестивое живое существо. So the Lord selects who's, and if nobody's qualified, sometimes the Lord himself will take. Так Господь выбирает, кого назначить на пост Брамы. Если же не находится достойного кандидата, Господь Кришна сам занимает этот пост. Иногда. If there's nobody able to do the job, the Lord has to come himself and do it. Если некому выполнить эту работу, Господь иногда приходит и сам ее выполняет. In the beginning of our Krishna consciousness movement, the devotees were printing back to Godhead, and they had a very old style printing machine, and the sheets, and they would print each sheet, one sheet, one sheet, and then when the whole thing was printed, then they would collate it, they would take, you know, the different pages and put it together and staple it. In
начале движения сознания Кришны журналы на Зампову изготавливали на печатных аппаратах, на принтерах старого образца, то есть там каждый лист отдельно печатался, а потом они собирались вместе и скреплялись скобами, скрепками. So they asked the devotees, you know, can some of you come and help to collate, to put the magazine together? We have to staple the magazine. And the devotees said, oh, no, no, I can't do it today. I have no time. No, no, I can't do it. But Prabhupada said, I will do it then. И однажды преданных спросили, вы могли бы прийти помочь, все эти листы уже напечатаны, нужны люди, кто будет их собирать постранично и скреплять потом скрепками. Ну, преданные начинали отказываться, о нет, мы заняты, у нас нет времени, мы не можем, тогда Прабхупада сказал, я приду, я буду это делать. And when Prabhupada said, I will do it, then the devotees said, yeah, I can also help him. Когда Прабхупада сказал, тогда я пойду это делать, преданные сказали, а мы тоже пойдем помогать тогда. So similar in the universe, you know, sometimes the situation is that there's nobody qualified to do things, and Krishna has to do them himself. Точно так же во Вселенной иногда не находится достойного исполнителя, тогда Кришна сам берется за работу. It's not very good. There's, you know, we have to try harder to be more austere and to be more pious. Не очень хорошо, поэтому нужно усердно трудиться, чтобы стать более аскетичным и благочестивым. And become worthy to take some responsibility for the service of Lord Krishna. И быть достойным получить ответственное задание на служение Кришне. Сначала мальчик, потом мы Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. У меня два вопроса, но сначала один, потом если останется другой. Вот вы сказали вначале, что очень сложно удовлетворить всех преданных. Кто-то будет радостен, кто-то будет недоволен. Как тогда узнать, что Кришна доволен? Потому что одни преданные недовольны, другие довольны. А говорится, что если преданные довольны, то и Кришна доволен. Кришна Гуру Махарадж, thank you for the class. I have two questions. My first question is, you mentioned in class that when we in charge of some responsibilities, some devotees may not be satisfied, other devotees may be satisfied. In such case, how can we understand that Krishna is satisfied? Because we know that if devotee is satisfied, then Krishna is satisfied. But we have one part not satisfied, the second part satisfied. How can we understand? Well, generally, if there's only one devotee unsatisfied, but the rest of the devotees are happy, then it's not a problem. Обычно, если все преданные довольны, только один какой-то недовольный, то ничего страшного. But if all the devotees are dissatisfied, then there's something wrong. А вот если большая часть преданных не удовлетворена, возможно, вот что-то там не так. But if you have the majority, if you're able to please the majority of people, then, you know, that's good. Поэтому, если вы удовлетворяете большинство, то тогда это нормально. My point was that you can't expect to please everyone. You can't expect to get everybody satisfied. Момент, который я объяснял, что в любом ответственном служении вы не можете абсолютно всех удовлетворить. То есть, а из этого будет хоть кто. And this is very rare, very difficult to please everyone. But if you get the majority of people with you behind you and they're happy and satisfied, okay, that's good. Как правило, невозможно удовлетворить абсолютно всех, но если большинство удовлетворено, то все хорошо. Our real business is to satisfy Krishna and Guru. Наша главная задача удовлетворить Кришну и Гуру. Krishna and the spiritual teachers, then that's very nice. Если доволен Кришна и духовный учитель, все отлично. Of course, Krishna and the spiritual teachers, they want to see that the devotees are also happy. Конечно, Кришна и духовные учители хотят видеть, что преданные также счастливы. So you must also try to, you want to please the devotees. You should be conscious of the feelings of the devotees. Поэтому мы должны быть осознанны и задуматься о том, как удовлетворить преданных. And try to
Jesus Christ is the Son of God. Jesus is teaching us. Lord Jesus was talking about the Father. Who is the Father? The Father is Lord Sri Krishna. Господь Иисус Христос – это Сын Бога, Сын Господа. И Он учит, обращает наше внимание на то, кто Отец. И Отец – это Верховный Бог Шри Кришна. So by the grace of the Son of God, Jesus Christ, you can know the Father. По милости Иисуса Христа вы можете познать Отца. Lord Jesus is the pure Son of God, and He's teaching us about the Father. He says in the Bible, I sit on the right hand side of my Father. Господь Иисус Христос – это чистый Сын Верховного Господа, и Он учит, как найти Отца. В Библии говорится, я сяду по правую руку Отца Моего. So Lord Jesus is like the spiritual teacher, the great soul who leads us to God. Господь Иисус Христос – это как духовный учитель, это возвышенная личность, которая ведет нас к Отцу. Yahweh, that is the Supreme God, the Lord. Yahweh – это Верховный Господь. There are many names for God. У Господа много имен. Jehovah, Allah, Yahweh, these are all different names of God. Иегова, Яхве, Аллах – это все различные имена одного Бога. So there is one God, but He has many different names. He's known in different cultures by different names. Итак, Бог один, но в разных культурах один Бог известен под разными именами. The Almighty, the All-Powerful. Всемогущий, все совершенные. The one above everyone. Тот, кто находится над всеми. These are all different descriptions of the Supreme Lord. Всевышний. Существуют разные описания Бога. We should understand He is a person. Мы должны понять, что Он прежде всего личность. So that personality is Lord Sri Krishna. И эта личность – это Господь Шри Кришна. So, from our Vedic literature, we're getting information about the Supreme Lord. Итак, из ведических писаний мы узнаем о личности Бога. You have to understand the Christian Bible also teaches about God, but it teaches in a more basic manner. Библия также описывает Бога, но описывает элементарные основные моменты.
God in a more in a less civilized society, so they did not give so much teaching. А Библия учит начальным вещам, поскольку обращена к менее цивилизованным людям. Even for what Lord Jesus taught, the reaction was that they crucified him. Даже те азы, которым учил Христос, вызвали в людях желание распятия. So you can understand it was not a very advanced civilization. Поэтому те, к кому он обращался, едва ли были очень продвинутой цивилизацией. The people were barbaric, they were barbarians, they were not cultured, civilized people. Те, с кем он имел дело, это были варвары, не очень цивилизованные люди. So even Lord Jesus said, "There's so much more I can tell you, but you're not ready to receive it." Поэтому Господь Иисус говорит в Библии: много имею, что сказать вам, но не все вместе. So we get more in the Vedic scriptures. Более подробно говорится в ведических писаниях о Господе. Just like you get dictionaries, you can get a tiny pocket dictionary. And it will give a simple explanation of a word. But if you get the complete dictionary, then you'll get a thorough analysis of the word. Так же, как, например, есть словари. Вы можете взять маленький карманный словарь, в котором будут основные слова. А можете взять полный словарь языка, в котором будет объяснение значения каждого слова. So we accept that the absolute truth is in all the revealed scriptures. So it's also there in the Bible, it's also there in the Quran and other scriptures. Мы признаем, что абсолютная истина раскрывается во всех священных писаниях в определенной степени и в Библии, и в Коране. But we get the most complete and detailed information in the Vedic literature. Но наиболее подробная и детальная информация о Господе раскрывается в ведической литературе. And we don't find any contradiction between the different scriptures. И мы не находим никаких противоречий в разных священных писаниях. Okay. Это понятно? Может быть, вы осторожны или вы просто? Кришна, спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Я говорю о работе, вот когда они моргают глазами, и сожалею, что они моргают, разлука для них, мгновение, тяжело. И хотела вот спросить, в материальном мире чувство разлуки, оно вызывает боль, а в трансцендентном мире говорится, что разлука – это высшее чувство. И вот эту разницу можно сказать? Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you for class. You mentioned the class that Gopi was very upset that Lord Brahma created blinking eyes because they feel a separation with Lord Krishna. And my question, we know in a spiritual world that feel of separation is ananda, like some bliss, but in the material world feel of separation is painful. So how can we understand this difference? Why? В чём разница, да? Да, он понимает, потому что думаешь, что пойдёшь туда, и всё будет плохо. How can we understand why the same feel of separation in various worlds, various feelings? Separation in the material world is painful, yes, but in the spiritual world is painful. Well, it was mentioned already how the spiritual world and material world are related to each other. This material world is like the perverted reflection of the spiritual world. Мы же знаем, что материальный мир соотносится с духовным миром как перевернутое отражение. So, just as this material world is the reflection, perverted reflection of the spiritual world, the emotions and the feelings which we have in this material world are also perverted reflections of pure spiritual feelings. И поскольку материальный мир это перевернутое отражение духовного, то и эмоции.
эмоции и чувства, которые мы испытываем в материальном мире, являются перевернутыми отражениями чистых духовных эмоций и чувств духовного мира. What is considered the lowest in this material world is the highest in the spiritual world. Что считается низшим проявлением в материальном мире, является высшим проявлением в духовном мире. Lord Krishna's pastimes with the gopis are considered to be the highest in the spiritual sense, in Madhurya Rasa and Parakya Rasa. And it means that loving relationship without marriage is considered the lowest in the material world, but in the spiritual world is considered the highest. Отношения Кришны с гопи, которые представляют собой высшее проявление чувств Мадурья Раса, Паракия Раса, являются самыми низшими в материальном мире эмоциями, проявлениями, так как это отношение без женитьбы, это незаконное, можно сказать, отношение, неформальное. So in the same way, when it comes to a separation, and we feel separation just like you feel separation here in the material world, you feel separation from a loved one, or someone who is very dear and close to you, you feel separation from them, it's painful. Точно так же и чувство разлуки в материальном мире, оно болезненно, поскольку вы разлучены с объектом, которому он очень дорог и близок. So in the spiritual world, the gopis, for example, and other great devotees, they're feeling the separation from Krishna. It's also painful for them, but that pain is a form of transcendental bliss. Так и гопи, и другие великие преданные, которые испытывают чувство разлуки в духовном мире, они чувствуют боль разлуки с Кришной, но эта боль – одна из форм трансцендентного блаженства. That pain of separation is there on the spiritual platform also, but that pain is a type of ecstatic love for Krishna. Боль, которую они чувство разлуки, которое они испытывают в духовном мире, это боль, но эта боль представляет собой одну из форм трансцендентного счастья. Because the pain which they feel in separation from Krishna increases their longing for Krishna, and that increasing in the longing, the feeling for Krishna, that is the highest bliss. Поскольку это чувство разлуки усиливает их ожидание Кришны, а вот это усиливающееся ожидание Кришны увеличивает духовный экстаз. Of course, it's inconceivable to us, and with our conditioned senses, we cannot understand really that transcendental nature of love of God. But this is how it's described to us. Разумеется, это непостижимо для наших обусловленных материальных чувств, как они испытывают этот экстаз. And
I personally know some devotees who also try to develop relations with Lord Shiva. They worship to Shiva, they show respect to him, they do something, some puja for him or like this. And my question is, when they get benediction, which benediction they get from Lord Krishna, because they are devotees of Krishna, or from Lord Shiva, because they in the same time worship Lord Shiva. And is it really good benediction for them? Because if we worship only to Lord Krishna, maybe Lord Krishna gives us only that benediction which are good for us. But if they in the same time worship to Lord Shiva, maybe that benediction is not need for us. Please elaborate this. Well, it's stated, Aradhanam Sarvesham Vishnor Aradhanam Param. Of all kinds of worship, the greatest worship is the worship of Lord Vishnu. But then the verse says, Tasmat Paratanam Devi Tadiyanam Samacharam, that even greater than the worship of Vishnu is the worship of those things in relationship to Vishnu. Но также говорится, что из выше, чем поклонение Господу Вишну, стоит поклонение тому, кто дорог Господу Вишну. Just like we worship Shrimati Tulsi Maharani. Например, мы поклоняемся Шримати Тулси Махарани. So he's in relationship to Lord Vishnu. Но Lord Shiva is also in relationship to Lord Vishnu. Но в связи мы поклоняемся в связи с Господом Вишну. Также и поклонение Шиве может быть в связи с Господом Вишну. When the devotee worships Lord Shiva, it will be different from other people, like an ordinary Shivite who worships Lord Shiva as the Supreme God. Когда преданный поклоняется Господу Шиве, это отличается от обычного поклонения обычных шиваитов, которые считают Господа Шиву Верховным Господом. Sanatana Goswami, one of the direct disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was a great devotee of Lord Shiva also. Sanatana Goswami, который является непосредственным учеником Чайтаньи Махапрабху, был также великим преданным Господа Шивы. And we know how the gopis also worship Goddess Katyayani. The gopis worship Goddess Katyayani to get Krishna as their husband. Мы знаем, что боги поклонялись богине Катьяйане, чтобы получить Кришну в мужья. So that kind of worship is not wrong. Такой вид поклонения не считается неправильным. It's done by devotees. They understand the position of Lord Shiva or the position of Katyayani. They understand their relationship with Lord Krishna. That Lord Krishna is the supreme. And Lord Shiva, Katyayani, they are the devotees, they are subordinate to Lord Krishna. Это поклонение выполняется с пониманием того, что Господь Кришна, Господь Кришна является Верховным Господом, а Господь Шива и Катьяни являются Его преданными. So that kind of worship is not condemned. Такой вид поклонения мы не отвергаем. And what benefit do they get by worshipping Lord Shiva? Lord Shiva is the master of false ego. So by worship of Lord Shiva, we can conquer over the false ego. И какое благословение в таком случае, в каком виде поклонения можно получить от Господа Шивы? А Господь Шива повелевает ложным эго. Таким образом, Он помогает нам избавиться. So you'll see in the Holy Dham, when you go around the Holy Dham, there are many temples of Lord Shiva. Yes. Any Vrindavan, Mayapur Goa. А если мы поедем в святую Дхаму, в Вриндаван, Майпур, в любую святую Дхаму, мы увидим там много храмов Господа Шивы. Lord Shiva is Kshetrapal. He is the guardian of the Holy Dham. In order to enter into the Holy Dham, we have to get the blessings of Lord Shiva. Господь Шива – это Кшетрапал, он стражник у входа в Святую Дхаму. Чтобы войти в Святую Дхаму, мы должны получить благословение Господа Шивы.
When we go for parikrama, the very first thing we do is go there to the yoga peak, the place where Lord Chaitanya appeared, and the Shiva Linga is there, and we pray to Lord Shiva to give us permission to enter into the holy dham and to see the holy dham. Когда мы начинаем парикраму по Навадвипе, то первое место йога пик, где появился Господь Чайтанья, там находится Шива Линга, и мы молимся Господу Шиве, чтобы Он нам позволил войти в святую дхаму. But generally, ordinary times, we will worship Lord Shiva to overcome faults. Но в обычное время мы молимся Господу Шиве, чтобы преодолеть ложное эго. Okay. Это понятно? Хари Кришна, может быть, частями удобно переводить такой трехчастевой вопрос. Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вопрос про свободу воли. В Бхагавад-гите 5.15 в конце комментария Шрила Прабхупада пишет, что когда человек становится чистым преданным, то Кришна сам направляет его желание. Дальше. Кришна сам направляет его желание, и возникает вопрос, где здесь тогда свобода воли живого существа. Получается, что она в том, чтобы сделать желание Кришны своими желаниями. То есть вот этот главный переход свободы воли в том, чтобы исполнять желание Кришны, и Кришна задействует индивидуальность преданных через йога-майю в своих играх далее. Правильно я понимаю, что свобода воли единственное и самое главное сводится к тому, чтобы сделать свои желания желаниями Кришны, точнее желания Кришны своими желаниями. И тогда уже он распоряжается индивидуальностью живого существа, действуя через йога-майю в своих разнообразных играх и своих как таковых желаниях личных. Там у живы как бы не остается. Ну попробуйте. Если вы поняли. Вот этот кусочек комментария, где говорится, живое существо полностью зависит в своих несчастьях и счастье, да? Нет. По воле Верховного. Ближе к концу, примерно там. Ну это этот комментарий, да? 5.15. 5 глава 15. Да. Может быть, 80-90%. Нет, то есть просто найти, чтобы было уже сочетать. Английский уже открыл, не по-русски. Ну, если там хороший перевод, конечно. Ну, я вот попробую переводить, так прогрузить. So, I cannot find this quotation, but I my question is in Bhagavad Gita, fifth chapter. Text number 15, in Prabhupada's third word, said that a living entity is completely dependent on will of the Lord. And my question regarding free will. No, Krishna направляет желание живых существ, когда человек становится чистым преданным. А, вот как. Да. То есть, when... Yes, the Lord, where I can fulfill all desires. So he said that he finds in purport this chapter to this verse that the Lord guides pure devotee. Lord guides pure devotee in. Lord guides desires of your devotee. И вопрос. И вопрос. Возникает вопрос, где здесь свобода воли, но возникает такое предположение, что свобода воли живого существа в том, чтобы
исполнять его желания, и потом уже он, и также возникает связка с индивидуальностью, потому что это индивидуальность живого существа, которая остается даже там, в духовном мире. Вот. И тогда Кришна через йога-майю задействует эту индивидуальность в своих лилах. И вот, вот этот переход от свободы воли, то есть это получается как бы материальное понятие. И когда свобода воли становится волей Кришны, тогда уже никакой свободы воли не остается. Но вот попробуй только. So, if we accept Om Prabhupada's word that our Lord guide the desires of pure devotee, so where is free will of the entity? And if I properly understand that free will of a pure devotee means to use our desires for fulfilling desires of the Lord. If we try it, so where is individuality of the living entity? And as I proper understand the individuality, that individuality of pure living entity means that Lord through Yoga Maya use our individuality. The free will of the living entity is either to surrender to Krishna or to Maya. Свобода воли живого существа заключается в том, служить Кришне или Майе. Once you surrender to Maya, then you're under the control of the modes of nature. And when you surrender to Krishna, then you're under the protection of Krishna's divine energy. Наш выбор будет простым. Если мы отдаем себя на волю Майи, то мы служим гунам материальной природы. Если мы предаемся Кришне, то мы служим Его духовному. So that is our free will, is to choose where you want to be. You want to be under Krishna's divine energy or under Krishna's external energy. То есть наш выбор будет заключаться в том, находиться ли под влиянием материальной энергии или находиться под влиянием божественной. That is your free will. Вот в этом свобода воли наша. В духовном мире понятие свободы воли не существует. So there is no free will in a spiritual world, in meaning of this world. Well, for the free will, if you're going to serve Krishna or not. If you're in the spiritual world, then you'll be there, you'll be serving Krishna. Свобода воли в том, служить Кришне или нет. And Krishna will arrange what service we're doing. If Krishna understands our nature, understands our mood, our ability, he will arrange. И Кришна уже устраивает возможность реализовать настроение. There's many groups in the spiritual world, and everyone has their mentor, the group leader, and so on. So everyone looks at their different people. В духовном мире существует множество групп слуг Бога, духовных существ. Одни из них являются наставниками и берут заботу за других. Скажите, пожалуйста.
пожалуйста, может быть, я неправильно перевел вопрос, который я брал. Помогите, пожалуйста, перевести так, чтобы это было более понятно для Гуру Махараджа. Ну да, наверное, не совсем полно, но тогда... Давайте вам дам микрофон, и вы переведете более качественно на этот сложный философский вопрос. So is it correct that now we understand the free will in terms of material world, that so that we possess some ability to choose what we would like to do, and at some point we should get rid of this understanding and to give up this understanding that we have our own desires to fulfill. And in spiritual sense, the free will means something else. Я чуть-чуть потерял, что голос не ваш не услышит. Я не разобрал. The free will in spiritual sense is different from the free will as we understand it now in the material world. Is it right? Well, we have to appreciate that whatever you're desiring to do, whatever you feel, these are due to the modes of nature, the different modes of nature here in the material world. They influence you. Someone's inspired, you know, they're directed, they want to be a businessman. Someone else wants to be a teacher. Someone else wants to be a shopkeeper. You know, everyone's directed through the different modes of nature. Те желания, которые у нас сейчас возникают в материальном мире, продиктованы гунами материальной природы. Мы ищем вдохновение, вдохновляемся примерами других людей и хотим стать, например, врачом или бизнесменом или кем-то еще. И эти желания, они все, то есть их вызывают у нас гуны материальной природы. People are thinking, you know, I'm free, I can choose what I like to do. They're not free. They're controlled by the modes of nature. It's the impulse of the modes of nature which is forcing them to act in different ways. Люди думают, я свободен и выбираю сам, что я хочу делать. Но на самом деле все эти желания, они контролируются гунами материальной природы. И у нас возникают те или иные желания именно от импульсов, которые нам дает гуна материальной природы. So in the spiritual world, there's also Lord Krishna's spiritual energy, his divine energy, and it's giving us different impulses to act and to do service for Lord Krishna. В духовном мире главенствует божественная энергия Господа Кришны, и она также дает там живым существам определенные импульсы, в результате которых у них возникает желание различными способами служить Кришне. People think that I'm free. If I want to smoke, I can smoke. It's the modes of nature which are causing them to do it. Но люди здесь думают, я свободен, я могу делать что хочу. Если я захочу курить, я буду курить. Но эти желания продиктованы гунами материальной природы.
Krishna. Jai.